Мои маски самые лучшие и эффективные, потому что они легко омолаживают лицо на 20 лет. И сегодня я подготовила для вас рецепт маски, которая помогает быстро разгладить морщины, подтянуть овал лица и отбелить пигментацию. И чтобы сделать эту сильно омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку пантенола, 1 чайную ложку куркумы, 1 чайную ложку глицерина, 1 чайную ложку геля алоэ и 1 капсулу айвит. Перемешайте все компоненты и потом нанесите маску на все лицо, на шею и на декольте. И также ее можно нанести под глаза. Через 20 минут смойте маску теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую маску необходимо всего 2 раза в неделю. Но перед первым применением этой маски, пожалуйста, не забудьте сделать тест на аллергию на сгибе локтя.